Мы для мужественных. Мы для спортивных. Мы для уютных. Мы готовы быть рядом каждую минуту. Пеплос. На все случаи жизни. Пеплос. В любом стиле, только для мужчин. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Карманова Жанна. Спонсор прогноза погоды – компания «Пеплос». Качественная одежда для мужчин и маленьких джентльменов. А теперь о прогнозе синоптиков. В предстоящий вторник большая часть Зауралья окажется под опекой северо-западного крыла азиатского антициклона. В такой ситуации облаков будет немало, но до существенных осадков дело вряд ли дойдет. А среднесуточная температура окажется на 6-8 градусов выше климатической нормы. В Екатеринбурге 0-2, Челябинске -1, -3, Тюмени -2, -4, без существенных осадков. В Кургане облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха -5, -7. Днем в Кургане облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха -1, -3. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр ртутного столба. 5 декабря солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!